Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Подтвердились слухи о воссоединении пары Сергея Захарьяша и Лилии Читрару. Лилия действительно была с Филом Кострубовым из «Мести». Он ей нравится, но любит она Сергея. Вместе с Захарьяшем на остров любви прилетела и Катрин Литинская, сестра Алисы. Недавно Майя Донцова заинтриговала подписчиков. Она опубликовала фото, сделанное возле ЗАГСа. «Мы случайно оказались возле ЗАГСа», – пишет Донцова. «И я предложила ему пойти и расписаться. Лёша сказал, что не готов. Это так по-бабски». Маша Кахно отправилась в отпуск, чтобы увидеться со своей семьей. «Я устала морально», – пишет девушка. «Мне необходима поддержка семьи». По снимкам видно, что отец Маши не ушел из семьи, поэтому у зрителей возникли подозрения, что все происходящее в семье Кахно было только ради эфиров. Также Маша поделилась с подписчиками своим снимком в первом классе. «Главное – найти свой путь», – пишет Кахно. Проект покинул Антон Рузанов, он приходил недавно к Юлиане Богомоловой. В эфире его уход покажут 26 августа. А Екатерина Кузнецова, которая приходила к Антону, переключилась на Диму Талыбова. Они понравились друг другу, целовались, обнимались, но до волшебства дело не дошло, как уверяют оба. «Я об этом 100 раз пожалел», – пишет Талыбов. «Теперь Катя требует ухаживания и цветов. Я это делаю, но без особой охоты. Скорее всего, отношений с ней у меня не будет». Открывается предзаказ на первый сольный альбом Ольги Бузовой. Ну а пока она представила обложку на первую песню с этого альбома. Бузова рассказала о своей мечте. Она, как создатель марки «Ольга Бузова Дизайн», мечтает о том, что ее творческий проект поддержат на высоком уровне. «Жду с нетерпением», – пишет Бузова, – «когда президент оценит мой проект». В сети появились сравнительные снимки Ольги Бузовой. Слева кадры из видео, а справа фотография, которую она публикует у себя в Instagram. Разница действительно впечатляет. Семен Фролов побывал на кастинге нового шоу на ТНТ «Песни». Максим Фадеев попрекнул его участием в «Доме-2». Фролов пишет: «Фадеев повел себя как мальчишка, которого бесит «Дом-2». Такое явно недопустимо на профессиональных площадках». Также на кастинге шоу «Песни» побывал и Глеб Жемчугов. «Я качнул людей, сделал рэп. Пацан, в тебе однозначно есть магия. Это мнение продюсера». 15 сентября будет ответ. Аня Кручинина показала своего молодого человека. Она пришла с другом на квест. Там познакомилась с владельцем этой игры Александром. У них начались отношения. Влюбленные отдыхают в Сочи и каждый день проводят вместе. Аня Кудимова, которая недавно сделала мамопластику, отдыхает в Турции. «Спасибо за красоту», – пишет она. «Все купальники теперь сидят идеально». Лиза Шароха, которая недавно стала мамой, пожаловалась своим подписчикам на проблемы с грудным кормлением. Она просыпается ночью вся мокрая и не знает, что с этим делать. Ну а подписчики удивляются, почему она спрашивает совета у них, а не у своей мамы. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.